как пришла такая идея создать музей? Я знаю, что вы занимаетесь разными бизнесами. Я думаю, что музей – это не самый доходный из них. Вот. И почему этот музей и как, самое главное? Ну, действительно, вы правильно сказали, что здесь есть изюминка. Он такой вот харизматичный в плане, что он небольшой, он тематический. Основа была сделана на том, что все-таки это здание авторемзавода, это бывшие мастерские, история с 41 года в этих стенах заключалась в том, что фронт был рядом, нужно было ремонтировать машины, которые были разбиты в боях, и нужно было это оперативно и быстро делать, и сюда привозили машины, притаскивали всеми возможными способами полуторки, вот которые за нашей спиной стоят, это ГАЗ-АА, ГАЗ-ММ, наши легендарные машины, которые, в принципе, можно сказать, неотъемлемая часть войны была, потому что на них возили все, боеприпасы, людей доставляли, перевозили. ЗИС-5, который вот на улице стоит в экспозиции уличной, все в этих стенах быстренько приводились в порядок, из трех делали одну и сразу отправляли их на фронт. Это, конечно, наша история, мы ее хотели увековечить, и, в общем-то, это базовая часть нашего музея. Замечательные экспонаты, которые принимали участие в парадах, в различных, на Красной площади, которые посвящены были вот параду 41 года, в ноябре месяце. Все на ходу, все исполняют, так сказать, используются по назначениям и исполняют свой долг по сей день. Вот. А к ним добавились уже машины, которые я хотел видеть в своей жизни, которым испытываю чувства, вот такие, которые через всю жизнь прошли, начиная от детства самого, когда папенька, наш отец и генеральный директор этого предприятия, он привил нам любовь к машинам, и мы ее несем с того времени через всю свою жизнь. На каких-то машинах, даже вот там, которые «Волги» и «Жигули», которые непосредственно через меня прошли, эти, конечно, машины, вот, которые лимузины номенклатурного такого характера, они просто в сердце присутствуют, как вот хотелось бы, чтобы они были у меня, и они и у нас есть. Вот. Ну, нас двое с братом, с Владимиром, поэтому он в меньшей степени, я в большей степени к тем или иным машинам, так сказать, испытывает чувства. Но, тем не менее, то есть вот здесь находятся машины, те, которые мы любим, которые нам нравятся, ни больше, ни меньше, вот в таком количестве. Кое-что, конечно, хотелось бы еще, чтобы было, но сейчас есть планы по расширению территории. Боюсь потерять, как вы правильно сказали, изюминку, да, когда приходишь, и тебе нравится здесь находиться. То есть вот это вот такая своеобразная аура, она присутствует, и это очень позитивно. Уютность такая вот, быт, уютность быта, вот тебе хочется здесь быть. Расскажу о нашей экспозиции. Машинка еще не подвергалась реставрации, мы ее так оставили на потом, просто показать людям, в каком состоянии они к нам попадают. С этого автомобиля, в принципе, началась история ГАЗа, Горьковского автомобильного завода. Два автомобиля ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Какое отличие у них у одного и второго автомобиля? Ну, отличие этого автомобиля был предназначен для боевого расчета артиллеристов. Вот это, да? Да, пушечку цепляли, и расчет сидел в кузове. И поехали на позицию. А этот автомобиль, он как бы, когда у нас была, поднималась целина в свое время. Он был создан, мы его назовем как автомобиль для председателя колхоза. Не каждый автомобиль имеет именно родной мотор. Сколько здесь горшков? Он так, 8.
8 рублей. В основном, кто имеет эти автомобили в коллекции, у большинства Packard стоит. То есть движок от Packard, да? А это родной? Это родной. После победы, когда... Это значит, где-то 59-й, да? Нет, это 56-й год. 56-й год. Она выпускалась 2 года, 56-58. Дальше пошла вторая серия. Она вот представлена в том зале, первая стоит, черная. А это третья серия, ГАЗ-21. И на базе ее ГАЗ-22. Универсал. Ну, вот универсалов было мало очень, мне кажется. Я их редко видел. Ну, и, конечно, меньше было выпущено. Но в основном они почему-то ушли в Краснодарский край и более южные республики. Это М-72. Ну, как скажем, первый в мире кроссовер. Ну да, мы обратили. То есть это не ваши как бы выдумки такие, нет, а это оригинальные? Это реальный, да, автомобиль. Ну вот я такого автомобиля, по-моему, не видел. В основном использовался он, в общем, они были у газовщиков и нефтяников. Вот такая решетка. Первая серия. Вот. А там у нас уже вторая серия. Та называется «Улыбка». И кабриолет, надо же. Да. Я думал, в Советском Союзе не было кабриолетов. Мы здесь ничего не придумывали, это чисто кабриолет, потому что все заводские кронштейнники, все тут для этого было. Единственное, что когда мы ее нашли, она была под крышей, ну, как воровски приваренная. Пришлось тут много заниматься, чтобы ее по-заводскому восстановить. А это уже победа как победа. Ну, это вот та сюда, третья серия, тоже вся в оригинале. Начиная с этого года, ну, вот я уже говорил, что машина участвует в ГУМ-ралли. А в прошлом году вот как раз тоже мы участвовали в ГУМ-ралли. Это вот была вот эта вот универсал. И, конечно, наш красный угол, красный уголок, был в свое время музей на заводе. Часть экспозиции с того музея мы сюда перенесли. Все, что вот такое вот самое основное. Знамена, которыми владело предприятие, когда были социалистические соревнования, достижения, мы их сохранили. Это оригиналы. Ну и, соответственно, мы там повесили портреты директоров, кто в различное время, начиная с 41 года, кого удалось портреты найти. Конечно, их, к сожалению, уже в живых нет, но вот по сей день Владимир Дмитриевич, руководитель предприятия, он даже обогнал отца. Отец был руководителем 17 лет с 83 года по 2000. А Владимир Дмитриевич уже с 2000 по 20 уже 20 лет как у руля. Бессменно, в добром здравии, дай бог. Вот. Ну вот последняя «Волга» такая, их всего было 100 машин, 3105, полноприводный седан, детище Горьковского автозавода. К сожалению, отец мечтал, чтобы у него такая служебная машина была, но не дотянулся, их в то время было не очень возможно это сделать. Я нашел себе силы, возможности, нашел автомобиль, мы его привели в порядок, и он сейчас достойное место занимает нашей экспозиции. Это ГАЗ-троечка. Мы тут решили так немножко вазовскую тему тоже поддержать. Копеечка, двоечка и троечка. Красный, желтый, зеленый. Оригинально. Светофор. Вот вот. Оригинально. В Москве буквально в прошлом месяце прошли ГУМ-ралли. Каждый год проходит. Эта машинка у нас участвовала. Директор музея за рулем. 10 место из 100 машин. Касса сделана на базе Ford А, так же, как и ГАЗ А. Начали выпускаться практически одновременно, также в Нижнем Новгороде. На этом автомобиле, в принципе, закончилась история таких автомобилей больших, представительских. Thank you.
вот автомобиль 2402 Горьковского автозавода «Волга», «Универсал». Такая машина, похожая, была у отца, когда он работал в Костроме на мотор-детали заместителем директора. Я тоже принимал участие в его жизни. Я любил ездить в багажнике, там много места. Это почему-то мне казалось самое подходящее для перемещения, когда папенька был за рулем. Мы ездили к деду и просто по служебным каким-то делам. Вот. Ну, машина такая, очень даже в хорошем сохранении пришла. Мы ее тоже привели в порядок, покрасили ее, даже номера повесили. Но номера, правда, ивановские, а того времени у нее была «Волга». Здесь тоже в Иваново, она еще на стадии работ находится. Раньше такие номера у обкома были, ему один номерок перепал. Я сделал такой же номер. Конечно, на ней другие висят, но тем не менее. То есть память осталась именно вот в таком виде, которым она была в то время. Это очень хорошо и позитивно, по крайней мере, на моей душе. Эти машины, конечно, в основном все в Москве. Если посмотреть исторические фильмы какие-то, даже старые фильмы, художественные, очень часто такие автомобили прям мелькают. Любая коллекция, если у коллекционера этого автомобиля нет, то коллекция не совсем коллекция. Поэтому мы зиловскую тему тоже немножко зацепили. У нас два автомобиля, у нас даже три. Это тоже 13-я «Чайка», но «Универсал», как бы скорая помощь, «Черный доктор». Да. Есть «Черный ворон», «Воронок», а есть «Черный доктор». Она использовалась исключительно в кортежах. В России, насколько мне известно, сейчас 6 машин. Все остальные за границей. Слушайте, двери какие мощные, да? Смотрите, ой! Было. Здравствуйте, медсестра! Мнения разделены, их было выпущено или 18, или 29.